336 улиц региона будут переименованы. По словам специалистов отдела ономастики в Петропавловске, в настоящее время находятся 40 магистралей с идеологически устаревшими названиями. Аншлаги здесь заменят уже в этом году. Также есть улицы, названия которых неоднократно менялись. К примеру, Абая раньше называлась Университетская и Карла Маркса. Кроме того, в 2019 году улице Мира было присвоено имя первого президента Нурсултана Назарбаева. Так, с момента обретения суверенитета в регионе переименованы названия 10 районов, 10 сельских округов и 64 населенных пунктов. В городе же за это время свое название изменила 321 улица. Им присвоены имена выдающихся героев Казахстана и заслуженных поэтов и писателей. Такая работа активно ведется в регионе и в настоящее время. В этом году в Северном Казахстане переименуют еще 2 сельских округа, 3 поселка и 336 улиц. За последние 2 года из районов поступило много предложений, связанных с изменением идеологически устаревших названий. Всего в Петропавловске 324 улицы. 20% из них названы именами заслуженных деятелей Казахстана.